Итак, мы планируем выполнить верхний и нижний блефаропластик. Особенностью является то, что у нас восточный тип разреза глаз, наследственный характер гипертрофии, то есть утолщение круговой мышцы глаза с достаточно большими грыжевыми пятнами по всей нижней орбите. Аналогичная ситуация по верхнему веку. Здесь нам придется не то что воссоздать, но примерно спроектировать естественную складку, не меняя разрез глаз. En mi vida imaginé a alguien como tú. Tuve la suerte de caer bajo un cielo azul y un millón de estrellas que se alinean cada vez que te tengo junto a mí. Итак, мы выполнили верхнюю и нижнюю блефаропластику. Принципиальное отличие в том, что форма глаз у нас азиатский разрез глаз, поэтому верхняя блефаропластика с учетом естественной складки, удаления избыточной кожи, коррекция круговой мышцы, удаление грыжевых выпячиваний всего пакета. Аналогичная ситуация была выполнена по нижнему веку с коррекцией обязательно круговой мышцы глаза для того, чтобы результат блефаропластики был максимально естественный и эстетичный.